Вот такой вопрос задал мне подписчик моего канала в Telegram. Есть такая поговорка, что старого пса новым трюкам не научишь. К определенному возрасту у вас сформировались и закрепились модели поведения в каждой стандартной ситуации, с которой вы постоянно сталкиваетесь. То есть и с женщинами, и в каких-то конфликтных ситуациях вы всегда ведете себя одинаково. Допустим, вы умный человек, способный анализировать ситуацию, и в какой-то момент пришли к выводу, что такая модель поведения неэффективна, и хотите ее изменить. Вы все обдумали, проанализировали, поняли, как вам нужно себя вести в какой-то ситуации, но руки-то помнят. То есть, каждый раз, когда вы попадаете в такую ситуацию, вам придется делать над собой усилия для того, чтобы вести себя не так, как вы привыкли обычно, а так, как вы теперь считаете правильно. Объясню совсем понятно. Вы когда-нибудь попадали на машине в колею? Вроде вы крутите руль и туда, и сюда, чтобы выехать из колеи, но вас все равно стягивает в нее назад. И это будет продолжаться до тех пор, пока вы на этом месте не набьете новую колею. Так что изменить прошивку можно, но только никакой психолог вам это сделать не поможет. Вам придется все делать самому. А для этого нужна очень сильная мотивация и железная воля, чтобы ломать самого себя, когда тебе хочется сделать не так, как нужно, а по-старому. Но только давайте скажем честно, у подавляющего большинства людей ни того, ни другого нет. А поэтому прошивку, которую им заложили в детстве, изменить для них в принципе невозможно.